опубликовать в Уфе. Поэтому я думаю, что надо вам над книгой работать дальше, не прекращать. Будем на слове. Да, и поэтому я думаю, что превратится она в настоящую книгу, которая будет опубликована в Уфе. И мы еще раз здесь, все здесь соберемся и уже увидим эту книгу уже в печатном виде. Поздравляю вас. Всех тоже поздравляю сегодняшним вечером. Спасибо. Все орфеи гении немножко. Гении в поэзии, в музыке, в исполнении песен. Одна из таких талантливых к нам тоже пришла поздравить Альфию Агееву. Это Альфия Нигматуллина. Она уже у нас была не раз. И вот. Сурно, турно. Добрый вечер всем. Альфия, я хочу поздравить вас с творческим вечером, пожелать вам успехов дальнейших, чтобы больше исполнителей к вам обращалось, популярных, достойных, благодарных, чтобы зрители, чтобы у вас было больше благодарных зрителей и слушателей. Желаю, чтобы сегодняшний вечер такой теплый, дружеский, закончился, я на это надеюсь, Алаберса, еще больше, более дружественной обстановкой. И желаю, чтобы вот такие вечера происходили чаще, как можно чаще в вашей жизни. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо большое. Сонрау Терна, песня наших предков, песня стихи Салавата Юлаева. Sarai sangrai.
Спасибо большое. Целовать. Почему ручки холодненькие, так тело все отдала нам, да? Да, всю энергию. Вот даже без слов, не понимая, я убежден, мы все поняли, мы все это прочувствовали. Сколько лет? 24. 24? Ну, это прилично уже, это прилично. Что, окончили? Окончила музыкальный колледж, потом академию. А сейчас? Сейчас владелец своей школы вокала. Молодец, молодец. Спасибо большое. Спасибо. Вот что искусство делает. Спасибо. Она такая же красивая, как красиво поет. Вот как органична природа. Никогда не обманешь природу. Будьте счастливы. Спасибо большое. Чтобы вам повезло, сейчас модно говорить, мой друг. Чтобы у вас с супругом повезло. Да, это правда. А друзья это... Спасибо. В вашем мире... Посидеть, полистать альбом, вспомнить школьные годы. Альфия тоже как-то вспомнила свои школьные годы и написала песню «Одноклассницы». Музыка и слова Альфии Агеевой исполняют вами полюбившиеся уже. Ты ж на куре уянда.
хорошенько, потому что все это свежо еще не совсем. Как говорят, главное, чтобы костюмчик сидел. Я думаю, что это песни наши. Песни легкие для восприятия, действительно несут то настроение, радость встречи с одноклассницей. Это здорово. Я сама первый раз услышала. Спасибо. Ну, когда мы все вспомнили, всем все рассказали про любовь, про все, что было, и вспомнили одноклассников, ну, теперь осталось только обратиться к Богу, наверное, к Аллаху. Родион Рахимов, верю, что на свете есть Всевышний. В начале было слово, и слово это был Бог. Луиз Кэрролл говорила, что общаться с Богом лицом к лицу, надо иметь свое лицо. Как мы видим, лицо у нашей Альфии есть. И, наверное, Бог, пролетая...